нашем городе проводится 10-й год подряд зимний чемпионат по стрельбе из лука, соревнования, чемпионат Казахстана. Она проходит ежегодно. Он нам предоставляет спортивный зал и для перевозка спортсмену с места, потому что это стрельба из лука, оружие, их надо сопровождать. От имени организационного комитета я хотел руководство «Аксерол-Миттала» поблагодарить за помощь, оказанную нам для проведения чемпионата Казахстана. Для того, чтобы более-менее развивать эту стрельбу из лука, мы пригласили ведущего спортсмена состава сборной команды Казахстана Ковалева Игоря из Уральска. Мы создали ему здесь условия для того, чтобы наши юные воспитанники взяли пример и начали дальше воспитывать высококвалифицированных. Главная задача здесь мы поставили перед собой. Мы, сборная команды Казахстана, должны участвовать полным составом Токийской Олимпиады. Это большая задача. Мы, допустим, при предыдущей Олимпиаде представьте себе, всего два участника, а мы уже планируем в Токио 8 человек и плюс инвалидов. Являюсь еще руководителем спорта, общественного спорта, да, я хотел бы сказать, подчеркнут особой большой роль в нашем городе, роль «Аксерол-Миттала». Он очень много помогает, некоторые население не понимает, я могу подчеркнуть, для детских спортивных школ нашего города, все спортсооружения для содержания вот, коммунальной услуги, все оплачивает комбинат. Для того, чтобы это должен понять, это огромная помощь, мы ей благодарны. Чемпионат Казахстана 2017 года, он, получается, как побил рекорд по количеству участников. До этого было, Казахстан собирал где-то порядка 130-120 спортсменов. Этот раз приехало на 196 спортсменов. Ну, возрастает, получается, мужчины, юниоры, и, получается, классики, компаунд стреляли. Ну вот на данный момент у нас вот именно с города Темиртау выступало 5 спортсменов. Дальнейшие планы – это, получается, чемпионат Казахстана, ну и чемпионат мира, Олимпийские игры, Азиатские игры. Чтобы развить этот вид спорта не просто, как он был на уровне массового вида спорта, а уже конкретно. Конкретные цели, конкретные задачи, что готовится. Вот самый главный старт – это Олимпийские игры. И вот мы потихоньку будем готовиться туда. Ну и в Токио я сам буду тоже готовиться.